Каких захватов можно мельницу сделать? Еще? Составки. Отсюда как-то мельницу. Вот отсюда. Да. Первое. Руку сбоку забрали. Пробуйте два варианта. Смотрите сюда. Естественно, просто так, если будете ходить, здесь тяжело будет дойти до мельницы. Старайтесь сразу. Руку забрали, сразу смотрите, что делаю. Шаг, этой ногой шагаю. Раз, крутился. Вперед. Брось. Почему я шагаю левой ногой, а не правой? Кто мне скажет? Можно правой шагать? Нет. Почему? Да нет, не возьмёт. Захват просто, когда вы левой ногой шагаете, у вас захват уплотняется. Дали себе чуть расстояние, чтобы голова зашла. Вывели соперника. Раз. Раз, зачок. Мельница. С обычного захвата. Тоже привыкайте бросать мельницу атакующую. Никогда на вас соперник на себя. А вперед. Это как атакующий прием. Продергали, вывели. Раз, хоп. Еще раз. Самое главное в мельнице что, Кася? Захват чего? А? Захват руки. Все, здесь все от руки зависит. Нога мне почти не нужна. Я могу, если хорошо, затяну руку. Могу и без руки это бросить сюда мельницу. Но вторая рука помогает сюда ногу. Видите, гружу, чтобы он не отставил. Гружу ногу, плечи спрятал, локоть закрыл, сюда стяну. Вот туда бросаю, это на бедро. Сюда, да? Плечом прибил. Все, поехали мельницу. Все, ребят, сейчас посопротивляйтесь. Далее зайти на мельницу, вот он, движение. Да, и сразу борьба начинается. Понятно? Готов? Два было? Да. Еще два было? А мне пойдешь? Да. На левую сторону, знаешь, что я не умею защищаться на левую сторону, да? Без оценки. Да, давай. Поехали. Далее зайти, боремся. Нижний.